Студенты Цхинвальского многопрофильного колледжа численностью в 17 человек стали участниками массового кросса по легкой атлетике на кубок директора колледжа. Ответственным за подготовку и проведение данного мероприятия является преподаватель физической культуры Цхинвальского многопрофильного колледжа Константин Гатикоев. Забег проходил на дистанцию в 3000 метров. Это способствует популяризации спорта среди студентов колледжа. Ну и студенты сами, конечно же, стремятся на уроки физкультуры. И это повышает общий интерес к студенческой учебе. В забеге принимали участие как юноши, так и девушки. Забег парней проходил в несколько этапов. Лучшим бегуном среди парней, занявшим первое место, стал Аслан Саккаев. Второе место занял Алан Кокоев, а на третьем месте Сергей Гагиев. Среди девушек первое место заняла Ланда Дивоева. Соревнования проходили на перекрестке улиц Московская и Октябрьская. Данное мероприятие, которое организовало руководство нашего колледжа, мне лично очень нравится, так как мы вместе объединяемся, и нам бывает еще более интересно. Лично я хотела бы, чтобы такое мероприятие проводилось и еще, и хотелось бы даже дальше в нем участвовать. Улицы были перекрыты, бегунов сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Фатима Чочеева, Азиз Багаф, информационный выпуск сегодня.